Pyhän Marian kirkossa. Täällä on juhlajumalan palvelus. Arkkipiispa Harri Mäkinen on ensimmäisellä virallisella vierailulla Inkerin kirkon piispan aarre kuukaapin kutsumana. Mikään ei auta, koko maailma juoksee hänen perässä.
niiden joukossa, jotka olivat tulleet juhlille rukoilemaan Jumalaa, oli myös muutamia kreikkalaisia. Nämä tulivat Filippuksen luo, sen joka oli Galilean Betsaidasta, ja sanoi: me haluaisimme tavata Jeesuksen. Jeesus meni puhumaan asiasta Andreakselle, ja sitten he molemmat menivät Jeesuksen puheen. Jeesus sanoi heille: hetki on tullut, ihmisen poika kirkastetaan. Totisesti, totisesti, jos veden jyvä ei putoa maahan ja kuole, se jää vain yhdeksi jyväksi. Mutta jos se kuolee, se tuottaa runsaan sairaan. На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу ему и восклицали: «Осанна! Благословен грядущий во имя Господне, царь Израиля!» Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, как написано: «Не бойся, чрев Сионова, все царь твой грядет, сидя на молодом осле». Ученики его сперва не поняли этого, но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так было о нем написано, и это сделали ему. Народ, бывший с ним прежде, свидетельствовал, что он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых, потому и встретил его народ, ибо слышал, что он сотворил это чудо. Фарисеи же говорили между собой: видите ли что, не успеваете ничего, весь мир идет за ним. Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые эллины. Они подошли к Филиппу, который был из Бетсаиды Галилейской, и просили его, говоря: «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Филипп же идет и говорит о том Андрею, и потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу. Иисус же сказал им в ответ: «Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно под землю не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Аминь сие слово Божие. Сестры и братья, Иисусе Христе, доброе утро. Дорогие братья и сестры во Христе Иисусе, всех вас приветствую в этот праздничный день. Пальмовое воскресенье, или как здесь называется, верное воскресенье, оно для нас исключительное. Täällä voimme viettää palmusuntain messua yhdessä teidän kanssanne, katsella pajupissuja ja virpomusvitsuja. Мы приехали из Финляндии, чтобы вместе с вами созерцать во время этого праздника и верные ветви, которые украсили церковь. Sekä kuulla palmusunnuntain evankeliumia kahdella kielellä. И сегодня мы слышим Евангелие и богослужение на двух языках. Евангелиумissa tällä juhlalla on kahdet kasvot. И Евангелие как бы имеет два образа. Toiset kasvot näkyvät kansanjoukkojen riemussa, kun he ottavat Jeesuksen vastaan. Один образ мы видим через народ, который пришел приветствовать и радовался встрече со Христом. Левиттävät оксия тиелle ja laulavat Hoosianna, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä, Israelin kuningas. Они постилают ветви на пути следования Христа и воспевают ему гимн благодарения, осанна царю иудейскому. Tuossa huudossa on helppo aistia riemu ja odotus. И эта песня, она, мы ощущаем торжество и празднование. Mutta myös helpotus. В некотором смысле это как облегчение. Johanneksen evankeliumi toteaa, että nyt tässä tapahtuu se, mitä oli kirjoitettu Messiasta. Потому что Иоанн утверждает, что
это было предопределено, что Мессия придет, это пророческое предопределение. Evankeliumissa kerrotaan myös, että opetuslapset eivät tuolla hetkellä sitä vielä ymmärrä. Но мы также слышим от Иоанна, что ученики еще не понимали того, что свершается. Vasta jälkikäteen he osasivat yhdistää nämä tapahtumat kirjoituksiin. И только спустя какое-то время они смогли соединить то, что случилось, и то, что было предначертано. He eivät siis ymmärtäneet tai selittäneet tapahtumaa juuri tuolla hetkellä. Но в тот момент они не могли как бы понимать и связать воедино. Heihin vain tarttui kansanjoukkojen riemu. И они вместе с народом просто радовались этому событию. Ei ollut niinkään selittämisen tilanne, vaan yhteisen juhlan tilanne. И для них в этот момент не было как бы нужды, что ли, транслировать или быть некими объяснителями ситуации. Voi vain kuvitella, mitä kaikkia noiden ihmisten mielessä juuri sillä hetkellä liikkuu. Мы только можем представлять, что было в сердцах людей в их головах. Kyseessä oli tavallisia ihmisiä Rooman provinssissa kaukana vieraan vallan alla Jerusalemissa. Народ собрался издалека в римскую провинцию, народ, который был подвластен Риму. He olivat tulleet sinne juhlille, ehkä kaukaakin maaseudulta. Они пришли издалека, многие из деревень. Voi ajatella, että he olivat ihmisiä, jotka monella tapaa tunsivat, että ovat kaukana sieltä, missä päätöksiä tehdään, kaukana vallanpitäjistä ja elitistä. Они, наверное, ощущали, что они далеки от власть имущих, от тех мест, где совершаются, принимаются решения и принимаются законы. Жизнь их научила каждого по-своему. Знали о Иисусе, слышали о Его чудесах и о том, что Он учил как учитель. Ja nyt tämä Jeesus tuli heidän keskelleen ja siitä he riemuivat. И теперь они видят Иисуса лично, лицезреют, и поэтому их наполняет радость. Jos kyse olisi ollut ylhäisestä henkilöstä, tavallisesta vallanpitäjästä, hän olisi saapunut vaunulla ja suuren sotilassaattuen kanssa. Если бы был представитель власти в данной ситуации, то он, конечно, ехал бы на прекрасной карете, запряженной прекрасными лошадьми. Mutta Jeesus tulee työjuhdalla aasilla, niin kuin kuka tahansa noista ihmisistä. Eikä hänen saattuensa koostunut sotilaista ja palveluskunnasta, vaan tavallisista kalastajista ja maatyöntekijöistä. Но Иисус, как обычный житель тех мест, восходит в Иерусалим, сидя на трудовом осле под еремном, и его окружают простые рыбаки, простые рабочие, простой люд. Tuossa kansanjoukon kuulossa kuuluu, miten he tunsivat, Jumala on meidän kanssamme. Jumala ei ole jättänyt meitä oman onnemme nojaan. Jumala ei ole hylännyt meitä. И народ торжествует, и в этом торжестве, гимне торжества, ясно мы видим, что народ понимает, что Бог не оставил их, и поэтому Бог, они прославляют Бога, который пришел к ним и заботится о них. Jumala ei ole jossain kaukana, vaan lähellä. Jumalan valtakunta on tullut lähellä. Бог не где-то вдали, Бог приблизился к народу своему, Царствие Божье приблизилось. Samalla he vaistosivat, että Jeesuksessa esille tullut.
где-то они чувствовали, что та власть, которую представляет Иисус, она не похожа на ту власть, которую они видят среди людей. Это что-то совсем иное. Власть, которая не зиждется на силе, на мощи. Иисусесса Jumalan valtakunta tulee lähelle hiljaisena, arkisena, tavallisena. В Иисусе они ощущают, что власть Божья приходит таким естественным и даже будничным образом. Siksi kansan joukot riemuissa. И поэтому народ торжествует. Mutta kaikkea nuo ihmiset eivät nähneet. Но народ не всего видел, не все понимал. He eivät nähneet juhlan toisia kasvoja. Они не видели того другого образа этого празднества. Ne paljastuivat vasta myöhemmin. Которое открылось позже. Johannes ei evankeliumissa kerro, millä tavoin Jeesus reagoi. Мы не знаем реакции Иисуса, и Иоанна об этом не свидетельствует, как Иисус реагировал на это восклицание народа. Mutta kun tätä tapahtumaa on kuvattu, Jeesusta ei ole kuvattu riemuitsemassa yhdessä kansanjoukon kanssa. И мы, по крайней мере, не видим, чтобы Иисус вместе с народом радовался и торжествовал. Vaan hän ratsastaa aasalla tyynenä. Но он, тихо восседая на осле, восходит в Иерусалим. Он тихо и понимает, что edessä on jotain muuta, kuin mitä nuo ympärillä ovat ihmiset. Он знает и понимает, что его ожидает что-то совсем иное, чем то, чего ожидает этот народ. Edessä on hiljainen viikko. Впереди тихая неделя. Jeesus tietää, että tämä ei ole sellainen voittokulku, joksi ihmiset sen kuvittelevat. Это не торжество той победы, которую люди ожидают. Tämä on matka kohti nöyryytystä, kärsimystä ja kuolemaa. Это путь к смерти, путь к испытаниям и путь к истязаниям. Ja siinä vasta kirkastuu, mistä oikeastaan on kysymys. И поэтому в этом, собственно, прославление, в этом суть его восхождения. Tätä tietoisuutta Jeesus kantaa yksin. Это знание, это понимание он несет один. Палмусунтай Евангелиумissa riemuitseva joukko keskellä on sisäisesti. И поэтому среди этого торжествующего сонна людей Иисус одинок. Siinä hän kantaa ihmisen yksinäisyyttä, sellaista yksinäisyyttä, jota ihminen saattaa kokea toisten ihmisten keskellä, kansanjoukon keskellä. И Иисус как бы несет этот крест одиночества, в том числе за людей, которые многие среди нас испытывают это одиночество. Hän kantaa ihmisen yksinäisyyttä, ja se on kärsimys tiellä. Одиночество – это всегда испытание, это всегда путь страдания. Kun Jeesus itse sanoo kysyttäessä, mistä oikeastaan on kysymys, hän sanoo sen käyttämällä vertausta. И когда Иисуса спрашивают, в чем, собственно, суть проблемы, он отвечает притчу. Hän sanoo, jos vehnäjyvä ei putoa maahan ja kuole, se jää vain yhdeksi jyväksi. Mutta jos se kuolee, se tuottaa runsaan sadon. Если пшеничное зерно, упав в землю, не умрет, то останется одно. Но если умрет, то принесет много плода. Tätäkään opetuslapset tuskin ymmärsivät. И этого, конечно, даже ученики вряд ли понимали. Heillä oli korvissaan ihmisten riemu.
потому что в их ушах слышатся пронзительные восклицания, торжественные восклицания «Осанна сыну Давиду». Но спустя какое-то время они осознают это. Jos olisi ollut vain kansan keskelle tuleva ihmeitä tekevä julistaja Jumalan lähettiläs, hän olisi jäänyt siinä yhdeksi Jumalan valtakunnan ja rakkauden julistajaksi. И если бы Иисус был бы просто человеком, который имел способности чудотворения среди народа, то он остался бы одним из многих таких, которые бывали в этой истории. Yhdeksi hyväksi, joka vähitellen kuihtuu ja kuivattuu, jäänyt käymään. Он остался бы тем одиноким зерном, которое постепенно как бы истушалось и исчезло бы из памяти людей. Mutta Jeesus et tiedä ennen. Но путь Иисуса, он другой. Se oli kärsimyksen, kuoleman, ristin ja ylösnousemuksen tie. Путь Иисуса, страдания, смерть, воскресение из мертвых и слава. Hänen tiensä oli vaikeuksen ja hiljaisuuden tie. Он был тихим, безмолвным. Kaikkein raskain tie luopumisen, uhriksi suostumisen tie. Самый тяжелый его пути то, что он должен был стать тихой жертвой, отдать себя в жертву. Ja juuri sen takia, joka on vasta tuossa tilanteessa edessä, hän on enemmän kuin yksi kuihtuva jyvä, yksi julistaja. И поэтому он не одинокий проповедник и не сохнущее зерно одинокое, он больше. Hän on meidän Herramme, kärsivä, ristiinnaulittu ja ylösnoussut Herra. Он наш Господь, наш Господин, пострадавший, распятый и воскресший из мертвых. Se paljastui vasta myöhemmin. И это прояснится или откроется позже. Mutta juuri sen takia paljastui. Но именно поэтому свидетельствуется в это пальмовое воскресенье, верное воскресенье. Sen takia palvelut tätä vietetään. Поэтому празднуется это воскресенье. Siksi, että tuo tapahtuma osoittautui olevan paljon enemmän kuin ihmiset silloin, sillä hetkellä osasivat ajatella. Потому что для нас поучительно понимать, что народ не осознает, ему не открылось еще, что должно стать с Господом, с Иисусом. Tavallisten ihmisten keskellä aasilla ratsasti Jumalan Poika, koko maailman vapahtaja, meidän Herra. Ибо на осле восседает и восходит в Иерусалим освободитель всего мира, искупитель всего мира и наш искупитель. Sen tähden, mitä tapahtui viikkoa myöhemmin, pääsiäisenä, tätä juhlamessua nytkin vietetään. И поэтому то, что случилось неделю спустя, случится неделю спустя, это и создало возможность, что мы сегодня празднуем пальмовое воскресенье. Siksi самалу kun valmistaudutaan kärsimyksen viikkoon, hiljaiseen viikkoon, tämän keskellä edelleen nousee kiehumaan. И поэтому, когда мы приготовляемся встретить чистую неделю, неделю страданий Христовых, то мы начинаем это с этого празднования. Сила колкого Ханьева тулая Эрарикаса. Благословен грядущий во имя Господне. Аминь.